Вы сегодня, ну, все услышите, и инструменталистов какого-то запредельного мирового уровня, и самых лучших авторов в городе, и фольклор, и вокал такой, что просто крышу сносит. В общем, сегодня все будет удивительно. И логично именно такой концерт сделать память об Александре Владимировиче Кожекине, моем отце, потому что он это все дико любил, всегда очень сильно поддерживал, очень много своей какой-то души вложил во все эти наши фестивали и искренне любил всех, кто сегодня будет выступать. Вот, поэтому мне прям тяжело было последние 40 дней. Какое-то очень странное состояние такое. Ну, вообще, неожиданная вещь, когда скоропостижный отец умирает. Прямо странно все. И вот эти музыканты, которые сегодня будут играть, мне сильно помогли. Потому что музыкой как-то все более-менее норм. Вот. Ну, все, я больше ничего говорить не буду. На сцену приглашается... Нет, сначала я. Он нас гоняет, да. А потом выйдет охрана. Андрюха, ты говорить что-то будешь? А у нас все равно ничего не работает. Но я Шаляпин, мне не нужно ничего. Он Шаляпин. Андрей Давыдов. Режиссер, актер. Ты можешь нашу позвать? Вообще, я вам скажу. Батя был когда на спектакле... Это я должен рассказать эту историю. Ну давай, рассказывай. А зачем ты говоришь микрофон, если не работает? Это смешно, да? А ты бы 5 копеек в метро сувал, если бы не было аппарата. Да? Ты бы искал, ходил. Сейчас, мне надо... Это удивительная история. Я просто хочу сказать, что вот Володин отец, папа, батя, как он его называет. А я играю, не поверите, у меня есть спектакль «Шинель Акакия». Я играю Акакию. Недавно получил приз за лучшую мужскую роль, она там одна. Собственно говоря, там вообще один человек. Получается, лучший спектакль. Занятно. И папа, взрослый человек, бывший офицер, пришел, проникся этой историей. Бывших не бывает. Проникся и привел на следующий спектакль своих товарищей офицеров. Это было вот для меня, я проповедую, я вообще как это сексист, наверное, я как гендерное превосходство мужчин проповедую. В мягком смысле, мягкое превосходство. И вы знаете, вот этот момент, что как бы я хочу, чтобы спектакли быстрее умирают. Да, нет, просто в театрах, как правило, 95% женщин. Когда придешь, в буфетах женщины, в туалетах женщины, в зале женщины, один женщина, и они женщины обсуждают. Все говорят, понравится ли этот спектакль женщинам. А мне хотелось, чтобы спектакль нравился мужчинам. И вот одно из первых вот моих как бы вот таких вот самоощущений, это когда мой спектакль, в общем-то, ну, какой спектакль, какой-то так дребедень, понравилось Володиному отцу. И мне это было очень мило, и приятно, и трогательно. Поэтому, прежде чем выйдут настоящие артисты, настоящие, которые потрясут вас, я прочитаю чужое стихотворение. Это единственное стихотворение, которое я знаю наизусть, потому что я с ним поступал в институт, выучил и как бы вот всю жизнь им пользуюсь. В ненужную ситуацию. Козьма Прутков, по-моему, современная русская песня. Это я вспоминаю. Да? Уж как мы, друзья, люди русские, всяк субботний день в банях паримся, всякий божий день жирные щи едим, жирные щи едим, гречневку лопаем. Все кваском родным запеваючи, мать, святую Русь вспоминаючи, да любовью к ней похваляючись, да все русскими называючись. И как нас-то все бронят попусту, что ничего-то мы и не делаем,
Только совет коптим, прохлаждаемся. Только заря едим, наслаждаемся. Ах, и вам ли, люди добрые, нас корить, бронить, стыдно б совестно. Мы работали б, да хотения нет. Мы рады бы, да не хочется. Дело плевое, да труда бежим. Мы труда бежим, на печи лежим. Ходим в Мурмалках, да про Русь кричим. Мы про Русь кричим. Вишь, да ухребу. Теперь вам выйдут настоящие звезды, артисты, которых я безумно люблю, но всегда обижаю. Это Андрей Козловский. И с ним еще какой-то музыкант. Не меньше. Который, благодаря, между прочим, вот именно этому человеку я недавно симпровизировал на таком странном русском инструменте духовом. На самом деле я об этом очень жалею сейчас. У меня появился конкурент. Я могу вернуть. Итак, вы знаете, что Савва Сискаль говорит, а как вы научились на нем играть? А я не то, что на нем играть не умею, я его первый раз в жизни взял. Все. Обнимаю вас, спасибо вам за все. Вообще за все. Здесь места есть! Денис, дорогой, иди сюда, пожалуйста. Ну а как здесь же? Не Клопов поднялся? Клопов, Денис, здесь. Клопов. Дениска, иди на сцену. Спокал. Я боюсь берегов на этой мутной реке. Но если есть тот, кто творит чудеса, так он творит чудеса от меня вдалеке. Но если есть тот, кто идет по волнам, так он идет по волнам, там, где нет никого, тот, что я его не видел, не моя вина. Он ходит по волнам не для меня одного, а я забуду того, кого не в силах понять. Я варю пельмени и курю элему. Я ночую только там, где любят меня. Я работаю, чтоб есть, чтоб работать я ем. Я ничего такого эдакого не сочинял. Я не скрипел на скрипке, не трубил на трубе. И, вероятно, мои дети будут помнить меня за то, что я хотя бы напел о себе. Я тоже был юн, я локал портвейн, я бренчал на гитаре и был на луну. Я мог войти без стука в любую дверь, но все-таки выбрал себе эту одну. А теперь все есть и нет ничего. Мой день похож на ночь, а ночь похожа на день. Я, пожалуй, слишком сильно надеюсь на того, который где-то там идет по воде.
Вот только кто бы мне скомандовал полный вперед, тогда бы я попробовал выбраться сам. Когда бы я попробовал выбраться сам, когда бы я попробовал выбраться сам. Клевенский. А, спорил, он ходил и, в интернете, смотрел, да, как зовут этих людей, да. И, ну, это Бог покажи. Простите, да, но я, да, это да, я не Сергей Клевенский. Звучит. А это кто, мы не знаем вообще? Ленин. Андрей Козловский. Простите, что я в октябре. Простите. Давай споем первый вопрос. Вот сейчас, да, Коля споет свое замечательное произведение, потому что он гениальный композитор. Ему все, что не придумал, уже кто-нибудь спер, конечно. Вот как у Сергея Маккартни «Ес» туда истырил, так же у Коли вот это произведение тоже кто-то спер, причем очень давно. Очень. Очень. Коля, напой вот, и люди поймут, какой ты талантливый. Человек, летящих над белой водой, небо белого, белый дым, и не знал, что такое тень. И я улыбался смешным воробьям, старым друзьям и новым врагам, и всем облакам в высоте. Я говорил: здравствуйте, белые облака, белая река, нет иных красок у меня, белые облака, белая река, нет иных красок у меня. А когда на снегу рисовал я портрет той, кого я люблю, ветер бил меня в грудь, но она не пришла посмотреть, и метель занесла дорогие черты, а потом снег растаял. Вздохнула земля там, где я рисовал, забелели цветы, но не знали названия им, и сплетали венки из этих цветов. Белые облака, белая река, нет иных красок у меня. Белые облака, белая река, нет иных красок у меня. А теперь срок пришел, нужно выбросить мел, белой краской на белом холсте не сказать даже то, что понятно всем. Даже снег белой краской ложь. Я весь мир обошел, я глядел на огонь, я впитал в себе спектры всех радуг земных, но на новом своем холсте распишу белый день в белый цвет. Белые облака, белая река, нет иных красок у меня. Белые облака, белая река,
нет иных красок у меня. Белые облака, белая река, нет иных красок у меня. Волги по реке, хоп, хоп, шабе, нас не спутаешь ни с кем.
водки пруд, нам ее не перебить. Если денег нам дадут, мы не будем их копить. Супим струны виртуоза, два штура, одну педаль. Гудок от паровоза дунем, лучимся, так поехали, дунки. Поехали, дунки. Поехали, дунки. Поехали, дунки. Поехали, дунки. Если в пакет попадем, поехали, дунки. Значит, правильно идем. Поехали, дунки. Значит, правильно идем. Поехали, дунки. Значит, правильно идем. На самом деле у меня есть такая древняя студенческая песня, вот, которую мои друзья, образованные консерваторские вокалисты, знатоки Генделя, Баха, Бетховена. Вот слышите, да? Это... На самом деле они меня учат классическому исполнению. Вот, вот это. Это был крик о помощи. Тебя уже научили. Бесполезно. Нет, нет, учиться никогда не поздно. Вот я, да, попытаюсь, как возможно, как я владел этим всем. Да, если есть качки в зале, то пусть идут, наверное, да? Нет, они должны стоять у двери, чтобы никто не убежал. Уже. Да. Пою классическим. Не будильник прозвенел, не ветку прокукарекал, просто мимо дома ехал. Клоун на смешном коне, люди в окна смотрят сонно и качают головой. Надо же, смешной какой этот конь и этот клоун. Даже те, кто не проснулись, улыбаются во сне. Снится клоун на коне. Даже тем, кто не проснулись, если было добрым утро, значит, будет добрым день. Значит, клоун на коне поступает очень мудро. Красный нос, нелепый галстук, между солнцем и окном. Сотни лет живи и здравствуй, клоун на коне смешно. Буду плющить, словно дети, лоб в оконное стекло, потому что на рассвете по планете едет клоун. Мимо тех и между этих, от печали в стороне. Около всего на свете клоун едет на коне. Не будильник прозвенел, не петух прокукарекал, просто мимо дома ехал клоун на смешном коне. Зови Алису. Алису зови, подпевай. Давай, Господус. Алиса. Зови. Вон она, вот. Алиса, пой. Я почему изображать? Петь. Что хочешь? Сейчас ты услышишь, они поют по-немецки. Давай.
Да. Пой. Коля, начинай. Кунисо, река, соберите, висите. Конечно, но мы остаемся, потому что мы неприлично, как вот заметил товарищ перед нами выступавший. А давай китайскую споешь? Китайскую народную, да. Китайская народная песня, перевод Николая. Он лингвист у нас еще, к тому же, кроме того, что он замечательный композитор, он лингвист. Да, я еще хотел Сузуки на чингам поменять, но слава богу остановился. Японцы на китайцы, как вы считаете? Пока не надо. Да. Что он в 12 лет уже играл на скалах. Столько лет прошло, как будто только в Ласкала приехал. Да, он по-прежнему, да. Я несу
разворачивайся, а времени мало, и что-то не умнеется от медленных книжек. Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, на самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, на самую высокую под звездами крышу. Скрипят тросами, барабаня по стенам, меня тянет к свету, как ведро из колодца. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь всем нам придется выходить там, где живым не живется. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь всем нам придется выходить там, где живым не живется. И чтобы там такое дверь ко мне не ломала, огонь, вода или пафосные трубы из меди. Тому, кто едет в лифте на родину Мао, ему уже достаточно того, что он едет. Тому, кто едет в лифте на родину Мао, ему уже достаточно того, что он едет. Под звездами крышу, но времени мало, и больше не умнеется от медленных книжек. Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, на самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, на самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, на самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на родину Мао, на самую высокую под звездами крышу. Сергей Кривенский, Коля Масальский, Волка Кожегин.
Все, спасибо вам за то, что... Сыграй еще пару остатку песню. Ну, Вовка, сегодня ты хозяин. Какую? Ну, что ты смотришь на меня? А угадай мелодию, вот, скажи. Да. Лих на родину мало? Нет, я про педагогику. Да. А, ну ладно. Коля, включай этого, как его? Главную фанк-машину. Я забыл, которого Джеймс Браун. Его с полицией выводили со сцены, что, похоже, будет и с нами сегодня. Да, вот на самом деле это как раз тому, что тырят все. Вот вступление к этой песне у меня тоже стырили, причем очень давно. Я придумал ее высоко в горах, где-то пятая или... Ну, я не помню, какая там ночевка. А между пятым и седьмым километром нет кислорода. И, то есть, соответственно, мозг не очень работает. И размышления безмозглого барда о педагогике. Со вступлением, которое... Вот ты думал, почему у меня так получилось. На самом деле нет мозгов там наверху. Я думаю, как ты так сочиняешь песню? Да, поднимись высоко в горы, да, выключи мозг и придумай песню. Вот, так что... А вступление стерли. Я вот сейчас напою, поймете. Гаудеамус игитур, ювенес дум сумус. Гаудеамус игитур, ювенес дум сумус. Пост югундам юнек тутем, пост малестам сенек тутем, нос хабе бит хумус. Нос хабе бит хумус. Если не вникать, то педагогика, то это непрерывно об одном и том же. А самое главное там вроде как, что научить нельзя, а научиться можно. Я терпеть ненавижу чернила на пальцах, мне противно лодырю день ото дня. За партою пора, за парою париться, за правду, которая не про меня. Учение свет, не учение тьма. Если нет ума, то не сойди с ума. А если есть ум, то не слушай никого, кроме ветра в поле и себя самого. Так вот ты блуждаешь от ответов к вопросу, из темного будущего в прошлое светлое. И только те, кто любят меня, они просто любят меня. Им достаточно этого, они не нудят над моей душой. Назидая мне такое самое умное, я думаю о них, им мне хорошо. И они хорошо обо мне думают. Учение свет, не учение тьма. Если нет ума, то не сойди с ума. А если есть ум, то не слушай никого, кроме ветра в поле и себя самого. Главные в дороге сама дорога, через горы, равнины, моря и небо. Лично я на ходу научился многому, такому без чего бы меня здесь не было. Не набивать карманы, никуда не спешить, держалась тетеря, что собиралась по крохам. Не бояться сделать плохо, но от души, поскольку может выйти очень даже неплохо. Учение свет, не учение тьма. Если нет ума, то не сойди с ума. А если есть ум, то не слушай никого, кроме ветра в поле и себя самого. Учение свет, не учение тьма. Если нет ума, то не сойди с ума. А если есть ум, то не слушай никого, кроме ветра в поле и себя самого. Кром, бум, бум, бум.
Вовка, давай! О. Об этом, и мне хорошо, и будет хорошо, когда не думать привыкну. Судя по одежде, становлюсь тяжелей, судя по желаниям, дружней с головой. Только вот боюсь, что в море учителей утону, не зная своего одного. Учение свет, не учение тьма, если нет ума, то не сойти с ума, а если есть ум, то не слушай никого, кроме ветра в поле и себя самого. Учение свет, не учение тьма, если нет ума, то не сойти с ума, а если есть ум, то не слушай никого, кроме ветра в поле и себя самого, кроме ветра в поле и себя самого. Кроме ветра в поле и себя самого. И, друзья, вот на Кошеке. Машка! Молодежь Козловский! Андрюху на царство! Дорогие друзья, все уже знают эту знаменитую шутку, когда нашей замечательной тринидадской подруге, джазовой певице Мишель Николь, больше известной как Зи Стар, я оставил Высоцкого в доме у Архиповского. Она сказала: Клевенский, Козловский, Масальский, Высоцкий, Архиповский, Кожекин. Ты что, не русский? Абсолютно удивительная история. На сцену приглашается Дима Вагин. Я считаю, что это... Я в какой-то момент думал, что вы вообще не захлопаете. Вы хлопаете нормально. Я считаю, что это главная рок-звезда в нашем кафе. Знаете, вот это вот все дела, когда лучшая парикмахерская в мире, лучшая парикмахерская в Одессе и рядом скромная надпись... Лучшая парикмахерская на этой улице. Вот рокер номер один. Дима Вагин. Я сейчас делаю совершенно... Я бард. Я сочиняю песни.
Не мимикрируй. Нет, подожди, ну ты что, я КСП, ДК профтехобразования. А я бард, это одно слово? Город, он. Я сейчас совершаю совершенно удивительный акт сводничества. Дима Вагин никогда не играл с Сергеем Клевенским. Сергей Клевенский никогда не играл с Димой Вагиным. Я не знаю, что будет сейчас. Возможно, ничего не получится, но... А ты будешь? Я буду. Есть, и все, отлично. Володя. Знаете, рецепт фарфора. Понимаем, что рядом с... Белая глина, каолин, кварцевый песок, и для того, чтобы они вместе сплавились, полевой шпат. Извините, я не знаю, про что я вообще... На самом деле у меня в этот момент родился какой-то... Ну, это очень большое счастье, то, что сейчас происходит, потому что мне кажется, что рядом с Клевенским вообще-то никто не играл. Ну, а я уж вообще тем более. Вот. Это большое счастье, потому что я вот не музыкант. И когда я вижу музыкантов на сцене, это у меня... Ну, я стараюсь соответствовать. Ребята, сейчас... Я, типа, как это, драматический артист. Щепкинское театральное училище, нормальное, которое нормальных специалистов выпускает. В отличие от всех остальных вообще. А, да? Второй, ну, получше. У меня все... А, смотри, второй воткнул получше. А первый не работает, да? Вот первый. Почему-то хочется начать с песни про Старый Арбат, вот такой вот, сейчас. Здравствуй, лютая грусть. Я ж тебя прогонял, говорил. Уходи от меня, ты выбил полный закат, выпал полный рассвет. Буду воду и прав, враг, и сам себе вред. И накрывала печаль. Бывает тепло, если вера. Бывает тепло. Ах ты ж маленький дурачок, запался на свой крючок. Ты печалишь себя, как даришь, вот умираешь. Помнишь старый Арбат? Вечно лютый аккорд. Это не был рекорд, это был рекорд. Ты же лютая кровь. Но не пусть на ось. То ли ласковый кусь, то ли солнце насквозь говорит. От машины ключи, но целовала печаль с языком табаком. Ты в говно, в страхе, но не добраться пешком в эту дальнюю даль, не добраться пешком. Ты в говно, в страхе, но не добраться пешком в эту звездную высь, не добраться пешком. Сам попался на свой
тебя, когда воду выронишь колпачок. Чем бы еще отличать от животных себя? И бухать уже все-таки хватит! Хватит! Это танго по скользкой жести, где мы не вместе. Но я держу тебя, шутишь, что невысоко. Скольжу по кромкам, крыша громко дышит. Так легко не оставлять, не оставаться. Только в танце танго по скользкой жести, и мы не вместе, но я держу тебя, шутишь, что невысоко. Скольжу по кромкам, крыша громко дышит. Так легко не оставлять, не оставаться. Можно только в танце остаться. Опасно уйти бестактно, и так не квадратно. Туда и обратно, вперед и назад, многократно, но падает пар на старый Арбат. И как бы спуститься не рыбкой, но птицей по лестнице гонкой. И там в переулке столица растаять, неся на ресницах. Вот это танго по скользке. Thank you.
шепчешь, что невысоко. Скольжу по кромкам, крыша громко дышит. Так легко расслаблять, не сдаваться. Можно только в танце. С ружьем
сам, пугать остальных бродяг. Один такой прочитаю, потому что как-то, мне кажется, важный момент. Вы все поймете и без важный концерт. Хочется мне такое стихотворение прочитать. Пьяный, худой Дед Мороз в коридоре мятый подарок достал из мешка. И ты испугался, но плакал от горя. Правда бывает горька. Я бы, наверное, стал вовсе пропащий, если б меня обманули тогда. Но папа домой, Дед Мороз, настоящий. Это тогда он наряжался в халат с бородою и красил советской помадою нос. И я это знал, но и знал, что со мною рядом живет Дед Мороз. Вытри немедля случайные слезы. Слезы вредят мальчуковой душе. Вырастешь, станешь Дедом Морозом. Я в Дед Морозов верю. Уже. Дорогой, давай еще одну и продолжим. Предлагаю прям «Мальчик и дом» сыграть, просто чтобы мы уж... «Мальчик и дом». «Мальчик и дом», тебе понравится. Это такая нежная баллада. Володя, я себе играл с панками, мне понравилось. Поэтому Дима, Дима красавец. С открытым ртом
живая душа. Каши и сон в обед. 14 лет прошло и 15 верст, и мальчик подрос, как белый пшеничный хлеб. А дома кривел, создалась ну любовь, а взгляд живая душа. Звезды над домом тихонько меняли свой ракурс, а он, как и ранее, свечи полил по углам. И мальчик проснулся с утра от тяжелого дыма и выбежал прочь, потом в облака уходил, и белое небо казалось таким нелюдим, как черный дорожный прогал. Впереди белое небо казалось таким людям, черный дорожный прогал. Живая душа, сил не наша. Происходит, а потом люди годами играют друг с другом. Ужас вообще. Дима Вагин, спасибо вам. Сергей Клевенский покидает эту сцену. Но сейчас он поймет, кто выйдет на нее, и ему придется вернуться, потому что очарование следующего выступления. Вот он уже не уходит. Смотрите, ну, как нет, интересно. Нет, ну ты как бы сделай вид, что ты уходишь. Итак, смотрите, кто у нас сейчас на сцене? Давай я посижу. Во-первых, прямо из Турции. Да нет. Я из Еревана. Из Еревана. Пройденный этап. С югов. Приехал Александр Сомов.
баянист-виртуоз. Ну посмотри, посмотри, как хочешь. Я тебе могу дать, если что. Итак, Александр Сомов, баян. На гитаре играет Сергей Федоров. Про Серегу не буду долго рассказывать, скажу только, что это еще один совершенно удивительный завсегдатай кафе X-Libris. И вот мы сейчас зовем к микрофону Алису Тен. Тоже. Вот, так, все, готово. Я не ухожу никуда, я здесь. Я в случае чего вообще... у нас очень неожиданная программа. Наверное, на перепиксе гармошка. Это песня для Вовки, но он ушел. Он пришел. Даже эффекты есть. Нормально. Мукаси-мукаси, Кагисама га имасита. Оясуми, минна, ясаси, ваташи но кодомо тачи йо. Мукаси-мукаси, кава усо га имасита. Онегай, Камисама, Кудокума но уде ни тецугусари. Оясуми, кава усо йо. Кудокума но уде ва моха. Мукаси-мукаси, кумодомо га имасита. Онегай, Камисама, кава-усо га козакана арашимасу. Оясуми, кума-тачи йо. Кава-усо-тачи ва мо хи ни кумета. Оясуми, кава-усо йо. Кудокума но уде ни хи ни кумета. Мукаси-мукаси, Камисама га имасита. Оясуми, минна, ясаши, ваташи но кодомо тачи йо. Thank you.
Два сердушка, чотири очі,
Ой-ой-ой, то плакал и ведь в ночи. Ой-ой-ой, черные очки, то плачете, же ще споткать не можете, же ще споткать не можете. Ой-ой-ой, киди хлопець хуже милый. Ой-ой-ой, и кто ж мяв и ты лещили. Ой-ой-ой, камень би сердце било, жеби хлопца не любило. Жеби хлопца не любило. Мне матуа заказала, ой-ой-ой, жеби им хлопца не кохала. Ой-ой-ой, а я хлопца цапца шиє, бенже кохать, поки шиє, бенже кохать, поки жиє. Ой-ой-ой, а я хлопца цапца шиє, бенже кохать, поки шиє, бенже кохать, поки жиє. И гонит
Песня для Владимира Кожейкина, потому что он сказал, что без нее вообще никак. А давай мы немножко... Песня для Маши. Вы меня сейчас мотивируете на то, чтобы перевести это дело. Давай. У меня потому что половина перевода уже есть. Нет, сейчас не буду. Но если вы споете, то я это точно переведу. Песня про Машу, которая только работает все время. Страшно. Да ничего страшного. 3, 4, 1. Родос мне сегодня, Мария, родос.
Алиса Тен. Друзья мои, так как после этого непонятно, что вообще можно делать, я собираюсь сейчас просто собрать с вас всех деньги, все какие есть, вот пока вы в этом состоянии. Дело в том, что уже следующий виток инфляции неизбежно обесценит все ваши накопления, и только музыканты знают, как правильно потратить ваши деньги. Мне отец немножко для музыкантов оставил, а если вы добавите, я думаю, здесь вообще будет очень хорошее, правильное, идеологически верное событие, прямо вот в стиле моего покойного отца. Я пошел собирать с вас кучу бабла, оставляю здесь Сашу Сомову и Сережу Федорову попеть. Буквально песни три, мне кажется, мне хватит за это время. Потом выйду, я одну спою, и под самый конец у нас еще есть совершенно замечательные девчонки, коллектив «Да ладно!». Вот на них завершим наш концерт. Ну, держитесь, пойду вас грабить. Прощайся. Посмотрю, как вы будете играть. Мне особо нечего показать, кроме песен, которые я сочинил для комикса «13 карт». Да, давайте парочку буквально. Буквально парочку. Это вообще-то подростковые песни. Мне кажется, у меня получилась удивительная история. Получилось сочинить несколько хулиганских песен для молодежи. В общем, песня называется «Цитаты великих людей». Там нужно топать и хлопать. Давайте, пока Вовка собирает деньги. Она коротенькая, не все песни, вот как бы классная история про эти песни, что они очень короткие. Помните, как было у Фредди Меркури? Там надо делать топ, у него было тун-тун-тш, да? А у нас будет просто тун. Давайте попробуем. Просто без этого не получится. Да. Как сказал Соломон, чё ты маешься, камон? Как сказал Сократ, это лишнее, брат. Как сказал Лао Цзи, выпей чаю и не ссы. Как сказал Хаям Омар, отправляемся в угар. Цитаты великих, великих людей. Эй! Десятки великих, великих людей. Эй! Я держу смартфон в руке и иду себе к реке. Все цитаты Гиппократа у меня на языке. Как сказал мне Гиппократ, поправляя свой халат, я великий, а великие херни не говорят. Цитаты великих, великих людей. Четыре.
не снимаю никогда свои зеленые очки. Зачем другие мне цвета и эти все оттеночки, когда вокруг зеленые ракеты, зеленые облака, зеленые плакаты на разных языках, зеленые отходы уплыли в океан, зеленые доходы приплыли к нам в карман. Зеленых человеков, зеленые права, чтобы не отдумалась дурная голова. Зеленые заводы, зеленые станки, станки на производят там зеленые очки. Я презираю дурачков, адептов розовых очков. Похож на плесня белый сыр, их искаженный взгляд на мир. Мы розовые росы зелеными зовем, мы розовые лица зеленкой разотрем. А те, кто не по масти, берем по одному и розовым балетиком зеленую тюрьму. Зелеными руками была возведена от розовых захватчиков зеленая стена. Но они тихонько дремлет зеленый ППШ, и мир растынет на ушах зеленая лапша. Мы не снимаем никогда свои зеленые очки. Зачем другие нам цвета, дурацкие оттеночки? Хочешь? Давай. Ну давай. Играем. Давай. Попробуем спеть песню нашего друга Лёши Понасовского. Ему будет будет приятно. Да? Я по ночам рожу один среди чужих пустых дворов. Я капитан морских глубин, начальник рыб, владелец жемчуга. Жемчуг, все фигня, унылый
Хмуры дни, тоскливы ночи. Скажу вам честно, не та я. Кроме нее мне ничего не хочется. Под небом морском такая гладь и такого пера. Я так влюбился в эту дрянь. Утера, утера, утера. Я Я бы на самом деле уже позвал группу «Да ладно». Когда проснется Бах, споем? Кого? Когда проснется Бах. Ты знаешь? Нет? Не знаешь? Ну ладно, давай не будем. Да? Давайте про, песню про огород, тогда, да, хотя бы, может быть, часть группы «Да ладно» придет и споет с нами, да, на огород. Прийти на огород. Среди картошки. Вот это там есть даже. Да, там очень важно, там прям классно, вот такой вот. Country road, take me home. А где еще кто-то? Не знаю. Нет. Зови. Причем, вот когда скажу, что группа «Да ладно», они сразу придут. А сейчас они типа... А, вот. Только надо включить его, Димашка. А, не включен? Есть местечко Подмосковье, класс вообще, сейчас еще раз. В Подмосковье станция Захарова, СНТ «Березка». Синий домик под небом голубым, честные шесть соток и из печки дым. Огород, дачный дом. Вырос, встал на ножки, за теплицей шесть рядов картошки. На закате вспыхнет бирюза, самогон у бати чистый, как слеза. Огород, дачный дом. Звонок. Привет, привет, как там в столице? Смородина созрела, приезжай поскорей. Все тучи и вожди прошли, как тучи и дожди. А домик все стоит и держится корней. Огород, дачный дом, я к тебе. Подмосковье, здравствуй.
здравствуй, мама. Здесь мой дом, дачный дом. Огород, дачный дом. Я к тебе на поклон. Подмосковье, здравствуй, мама. Здесь мой дом, дачный дом. Здесь мой дом, мой дачный дом. Здесь мой дом, мой дачный дом. Я хотел позвать девчонок, а они ушли. А вот это работает. Поверь в ней неработающий микрофон. А вот тебе надо. А-а-а. Поверь, он активно. Давай Савельну. Девчонки, вот там микрофон работающий. Ура! Спасибо. Дорогие друзья, дело идет к концу. На сцену приглашается коллектив под названием «Да ладно!». «Да ладно!». Ирочка Шпилевая, Надка Москалева. Мы сейчас вам споем песню из деревни Фащеватова. Это такой совершенно уникальный... Поговори в микрофон. Раз, раз, раз. Говорю в микрофон, говорю в микрофон. Я все говорю и говорю в микрофон. И все равно не слышно ничего. Только заводка идет в мониторе, и все, и больше ничего не слышно. О, Маша! Вот я и появился. Все нормально. Раз, два, три. Да. Ну, в общем, деревня Фащеватова в Белгородчине – это такой совершенно удивительный феномен. Это деревня, где поют джаз испокон веков. Очень интересная собственная музыкальная культура. Вот вы воронежские, вы поймете. Но Фащеватова – это прям отдельная история, белгородская черта. В Воронеже так не поют. Возможно, где-нибудь в области. Я никогда не забуду, как я в Дивногорье местного жителя, дедушку, спросил, как проехать куда-то, и он сказал, что там будет сверток. Поворот сверток. Главное, я все понял. Но он говорил на удивительном языке. Было ощущение, что некая инопланетность присутствует. Да, все мы в некотором плане родом из Черноземья. Саша. Вы все застали. Извини, Макс, мы лохи. Вам же придется рисовать разных животных всем на альбомы. Вы же понимаете, андатором тут не обойтись. Счастливо. Спасибо. Вам спасибо. Всегда. Всегда. Как же нам петь теперь? Что же нам, как же быть после этого всего? А вот только после этого всего и надо петь в итоге. Видишь, что еще делать-то? Чего у нас есть, кроме этого? Микрофон такой громкий. Нет, тише. Попробуем начать, да? Все время. Извините.
прошу милости тебе на квартирушку ко мне направить. Друзья мои, не буду делать никакого длинного исторического вступления.